друзья, всем огромный привет. Давно мы с вами не виделись, вы все переживали, весь директ завален, WhatsApp, Viber без ответов. Постараюсь со всеми скоро выйти на связь. С сегодняшнего дня мне приходится признаваться в том, почему я пропала на такое долгое время. Так получилось, что все-таки та информация, которая скрывалась, вышла туда, куда не надо. И большинство людей уже знают, где я была, чем занималась и почему меня так долго не было. Да, я была в другой стране. И да, как я и говорила, я меняю пол. И совсем скоро Рима превратится в Рому. Вот такие вот новости. Принимайте меня такую, какая есть.